Анечка, работай. Ты уже работай. Для тебя уже объект. Внимание. Мотор. Вести день, товарищ. Париж, работай. Сейчас работай. Так говорит мой дворецкий, когда кто-нибудь опаздывает к столу. Здесь не очень высоко. Не очень. Да что вы такое говорите? Здесь же 3 метра, она же разобьется. Пропала, внучка. Ну, давай. Да прыгайте, я вас поймаю. Ой, я не могу. Да прыгай, я тебе говорю. А? Осторожно, бутылку не разбей. Стойте, меня подождите. Ой, осторожно, но это же инструмент. Ты его аккуратно поставь. Вот. О, Господи. Я что, такси? Нет, счастливый случай. А ты к нему убежала? Да. А зачем по пожарной лестнице? А мои родители от него на ключ запирали. 3 года он приезжал, 3 года они меня запирали. Мотор идет. Стоп, 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 стоп. Есть!
Стоп! На место! Почему мне не доехали до точки?